Гуманитарная помощь для жителей Луганска. Саратовские общественники и представители казачества доставили груз в одну из непризнанных республик Украины. Привезенные вещи и продукты были распределены между социальными объектами и жителями Луганска. Вместе с гуманитарной колонной в ЛНР побывала наша съемочная группа. Смотрите эксклюзивный репортаж программы. Уже за полночь колонна с гуманитарным грузом прибыла в расположение донских казаков. После разгрузки все вещи и продукты были рассортированы. Часть этого груза передали в социальное учреждение, остальное раздали казакам. Холода надо одевать. Одевать, обувать в теплую форму одежды. И она нам очень кстати, очень даже прекрасная форма одежды. Одеться можно будет, все одеть в тепле будет. Тут я смотрю, и обувь есть, теплая зимняя, и курточки. За несколько месяцев войны здесь уже налажена работа по приему гуманитарной помощи. Из разных городов России в расположение казачьего войска ежедневно прибывают колонны с грузом. Отовсюду везут помощь, именно форма одежды, зимняя одежда, продукты питания, которых нам всего это не хватает, потому что, вы слышите, Порошенко делает экономическую блокаду нам. Ну, думаю, это не удастся, потому что здесь братья в России, братья казаки и просто граждане Российской Федерации. И мы стараемся, в свою очередь, с тех, что к нам приходят и продукты питания, и одежда, этим мы помогаем и больнице, и школе, и также еще и людям раздаем. Адресную доставку гуманитарной помощи казаки осуществляют через блокпосты. Одна из самых оживленных и стратегически важных – дорожная развилка на подъезде к Луганску. Эта трасса в ходе ожесточенных боев то переходила в распоряжение ополченцев непризнанной республики, то была вновь захвачена армией Украины. Сегодня эта дорога контролируется силами ЛНР. И несмотря на официально объявленное перемирие, военные действия на Украине не прекращаются ни на минуту. Ежедневно в штаб ЛНР поступают данные о проникновении на территорию непризнанной республики диверсионных групп. По словам ополченцев, сегодня облик украинского карателя сильно изменился. В начале этой гражданской войны солдаты хунты были намного человечнее. Сейчас же противники применяют тактику хитрости и обмана. Ведь многие из них уже воюют за деньги, по контракту. А бойцов-срочников среди них становится все меньше и меньше. Когда они попадали в плен и с ними разговаривали, они всегда говорили, что мы не знали, по ком стреляли. Это у них у всех отговорка такая была. Но хотя мы находили, захватывали полностью расчеты артиллерийские, цели указания, карта, огневую карту, где четко, ясно было все указано, куда стрелять. И они знали прекрасно. Негласно говоря, крестовый поход против христианской веры. Им цель Россия, цель христианства. Отстаивая и сохраняя веру, ополченцы республики продолжают освобождать границы ЛНР от захватчиков. Мы на своей земле. Мы не пошли к ним убивать ихних родных, близких, ихних матерей, дедов, детей. Мы у себя дома. И мы их не звали сюда на помощь, что нас тут, по ихним словам, оккупировала Россия, нас над нами издевается. Тут все жители местные. Но регулярных частей российских здесь нет и не было. Ополченцы уже не раз пытались завершить эту гражданскую войну перемирием. Но подписанное еще в сентябре этого года в Минске положение о прекращении огня так и не было выполнено. По сообщению представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 2 декабря стороны конфликта повторно достигли соглашения. 5 декабря должны быть прекращены военные действия, а уже 6 числа начнется вывод техники с мест боев. Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.